بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستري Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исламских убеждений. Итак, мы закончили вопросы единобожия, вопросы атрибутов Бога, в частности, вопрос, касаемый атрибута справедливости Бога, и начали новую тему, посвященную пророчеству. Пророчество также является на самом деле следствием атрибутов Бога. Каким образом пророчество является следствием атрибутов Бога, мы об этом еще подробно поговорим. И можно будет получить об этом подробное представление. Но я коротко укажу, каким образом. Пророчество есть попытка, есть средство на самом деле наставить человечество на верный путь. Что заставляет Бога отправлять пророков и откровения не спосылать, чтобы наставить человечество на верный путь, указать человечеству на его выгоду. Конечно же, доброта Бога, милосердие Бога, милость Бога к своим творениям, любовь Бога к своим творениям, все это атрибуты Бога. Таким образом, пророчество на самом деле является продолжением познания Бога. И говоря о пророчестве, мы на самом деле говорим об атрибутах Бога, говорим о том, каков Бог. Это, этот вопрос довольно-таки ясный и достаточно всего лишь немного поразмыслить над этим вопросом. Итак, мы на предыдущем уроке говорили о значениях таких терминов, как «наби», «нубува» и «вахи», то есть «пророчество», «пророк» и «откровение». Мы сказали, что пророк — это тот, кто приносит весть, приносит какое-то знание, какую-то новость. Или же является избранным. То есть мы говорили о том, что пророк имеет два смысла. Избранный и переносящий весть. А откровение означает неспослание, внушение чего-либо, нутро кому-либо. Например, внушает Бог нутру земли, как сказано в Священном Коране, или внушает пчеле. И в отличие от ривая, предания, которое является внешним пересказом, является на самом деле передачей чего-либо открыто, то является передачей чего-либо, вне зависимости от того, что это, речь, или нечто другое. Знание, вера, например, может быть передана через вахи. Могут быть переданы и внушены нравственные качества, внушен дух и так далее. Как мы это обнаружим из аятов Священного Корана? Например, в аяте Священного Корана, в котором говорится о земле, что внушается земле? Что внушается пчеле? Что внушается, например, пророку? Конечно же, это разное. То, что внушается пророку, отличается от того, что внушается пчеле. Поэтому нельзя говорить о том, что внушается только знание. Нет, это нечто большее. Внушение чего-либо под термином «вахи» не скрывается чего-то конкретного. Может быть, что угодно. И даже более того, может быть внушено что-то отрицательное, например, дьяволом, дьяволь, дьявол также наущает и внушает своим приближенным нечто отрицательное, нечто низменное. Таким образом, вахи это скрытое, незаметное другим внушение и бросание на самом деле чего-либо внутрь другого, вне зависимости от того, что это знание или нечто другое, и через эту призму, через понимание этих терминов, нам необходимо и понимать, кто такой пророк и что такое пророчество. Итак, пророк — это тот, кому Бог внушил откровение. Что такое откровение? Откровение — это довольно-таки обширное понятие, как мы уже заметили, как мы уже отметили, не ограничивающееся только знанием, вопреки всеобщему заблуждению о том, что откровение — это нечто, заключающаяся в информированности, нечто заключающееся в знании. Нет, ни в коем случае не так. И в данном случае есть еще очень важная и значимая вещь, на которую мы очень коротко указали на предыдущем уроке, заключающаяся в том, что откровение не отличается от пророка на самом деле. То есть пророк идентичен с откровением. Откровение идентично в своем бытии с пророком. Они неотделимы друг от друга. И причины того, что именно тот или иной человек становится пророком, а не кто-либо другой, как сказано в Священном Коране, «Аллаху аляму хейсу яджи Богу, единому Богу лучше, лучше известно, он лучше знает, кому поручить свою миссию, в чем же такая избирательность? Почему определенным людям даруется подобное откровение, а другим подобная миссия, а другим людям эти откровения, эти миссии не даруются? Именно в этом и заключается причина, в этом и заключается этот секрет, что это требует получения откровения, требует определенного потенциала со стороны самого человека, требует определенной готовности принять это откровение. Бог не жаден, Бог не беспомощен, Бог не невежественен, наоборот, он щедр, он безгранично щедр. И поэтому, если бы каждый человек мог принять откровение, получить от Бога откровение, конечно же, Бог даровал бы каждому человеку это знание, дабы каждый человек прекраснейшим, наилучшейшим образом знал и понимал. В чем заключается его выгода, его польза? Потому что откровение есть ценность. Бог не жаден, чтобы не наградить тех, кто способен принять эту награду, имеет потенциал к принятию этой награды. Бог не беспомощен, он может даровать каждому. И его дарование не заканчивается, если мы среди людей обнаруживаем щедрых, щедрых людей, которые... Хотят одарить всех, но у них нет такой возможности. Они ограничены в своих возможностях, то Бог не является таковым. Бог безгранично могущ, он всемогущ. И таким образом, он не жаден и не беспомощен. И помимо этого, он всезнающий. То есть, опять-таки, он не обделен знанием, чтобы не мог наделить человека тем знаниям, которые являются для него полезным. Так почему же при всем при этом, при всем величии, всемогуществе Бога, почему одни люди принимают эти откровения, одним людям даруется это откровение, эта миссия, а всем остальным это откровение не даруется? Многие даже не представления и понятия не имеют, что такое откровение. Почему? Да потому что между людьми есть разница. Одни имеют потенциал к принятию этого откровения, Другие подобным потенциалом не обладают, подобной, подобной возможностью не обладают. Именно поэтому Бог одним дарует откровение, а другие в силу того, что не могут принять это откровение, не имеют подобного потенциала, подобной возможности, то Бог не дарует им, соответственно, никакого откровения. И это очень важно в понимании того, что откровение идентично с пророком с носителем, истинным носителем или, если хотите, адресатом, первичным адресатом этого откровения. Он идентичен, он неотделим от него. Почему? Да потому что на самом деле откровение есть его духовное совершенство, ступень его духовного совершенства. Он как некий сосуд, который вмещает в себе какую-то определенную жидкость. То есть в силу того, что он обладает этой вместимостью, он обретает это откровение. И поэтому для него это является духовный, духовным качеством, духовной ценностью, духовной степенью является на самом деле для него. И подтверждением этому являются многие аяты Священного Корана. Как мы все прекрасно знаем, одним из названий Священного Корана является поминание, дикер. В некоторых аятах Священного Корана Коран назван поминанием, дикром. И обратите внимание, в одном из священных, священных аятов сказано, ад анзалаллаху илейкум расулян алейкум аятилла». Он не спаслал вам поминание. И далее уточняется в продолжении, в следующем аяте уточняется, что это за поминание говорится расулян посланника вы скажете но «Ну, посланник это то же самое то же самое откровение та самая книга но сам священный коран опровергает это толкование это мнение говорит я тлю алейкум я То есть мы не спослали вам поминание посланника то есть поминание коим является посланник который читает вам знамение бога. Или в другом Аяте Священного Корана говорится следующее: Коран это ясные знамения в сердцах тех, кому даровано знание. Вопреки распространенному мнению среди мусульман, которые считают, что Коран это книга на самом деле, то есть суть Корана это книга, сам Священный Коран опровергает это мнение, говорит, что та самая книга, которую вы читаете, это всего лишь следствие реальной и настоящей истинной книги Бога, истинного откровения Бога, истинного Корана, коим являются сердца тех, кому даровано знание. То есть нет, сказано в Священном Коране, в Священном Аяте, Коран — это ясные знамения в сердцах тех, кому даровано знание. То есть, и, конечно же, первейшим из этих людей является его святость, с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, первым из обладающих знания. И именно его сердце является вместилищем Корана, а не бумага, на которой написаны священные аяты. Хотя это тоже является, это является изложением на самом деле. То есть книга, является изложением того, что в сердце Его Светлости посланник Аллаха, саллаллаху или в другом аяте Священного Корана сказано еще яснее, ваназаля амин аля и спустился с Ним, со Священным Кораном, верный Дух на Твое сердце, на сердце Его Светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи Таким образом, мы видим, что Посланничество — это духовная степень посланника, духовная степень пророка, и откровение является его достоинством, его духовной, духовной степенью и духовным достоинством. И именно поэтому это очень важно для понимания ислама, для понимания исламского учения необходимо понимать, что откровение неотделимо от посланника. Посланник ни в коем случае не является почтальоном, которому передали какой-то конверт, который он должен передать другим, другим людям, при этом не имея сам никакого тесного отношения к этому конверту. Нет. Настоящим откровением является сам посланник, его духовная степень, его знание, его величие, его широта его души его благородства и так далее вот настоящее откровение а то что мы считаем на книге это следствие изложения его достоинств Поэтому невозможно постичь ислам невозможно постичь религию бога не постигнув этого человека не постигнув пророка пророк является ключом к пониманию откровения Именно поэтому он является, важнейшим толкователем, в частности его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи является толкователем, первейшим истинным толкователем священного Корана и даже более того, как сказано в некоторых преданиях, является говорящим Кораном. И это более точная, более правильная формулировка. Его светлость является говорящим Кораном. Все, что он делает, все, что он говорит. Есть толкование, есть озвучивание, есть реализация аятов, ясных аятов Священного Корана. Наше время подошло к концу, я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. محمد وال محمد